в сапожном ряду. Эфенди пригласили на той. Эфенди надел новые галоши и пошел. У входа в дом он увидел там и сям оставленную гостями обувь, которую никто не караулил. Эфенди снял галоши, завернул их в платок и сунул под мышку. В комнате было много гостей, и Эфенди указали место, где ему сесть. Эфенди, не вынимая свертка, опустился на ковер. Человек, сидевший рядом, спросил у Эфенди. «Наверное, у вас редчайшая книга?» «Да, конечно», — сказал Эфенди. «Не секрет, что это за книга, по какой отрасли науки?» «Ай, по торговому делу. О, вы, наверное, купили ее у букиниста?» «Нет, я ее купил в сапожном ряду».